Всем здрасте. Аллилуйя. Сегодня какой-то, видимо, постный день от собрания. Да, опять полсобрания, нету на служении. Ну ладно. Это летние деньки, знаете, видимо, начинаются. Ну ничего. В чем? Нам тоже достанется. А, вам тоже достанется, да? А, вам больше достанется. Это аминь. Это безусловно, да. Так есть. Как это? Вы получите благую долю, которая от вас не отнимется, да? Аллилуйя. Иисус Царь. Слава Господу. Хорошо, драгоценные. Хорошее время. Я верю, что у нас хорошее время. Несмотря на то, что у нас, знаете, такие немножко пока полевые условия с этим, с нашим ремонтом. Ничего, зато я верю, что на следующее воскресенье зал божественным образом увеличится в два раза, когда мы наконец-то поломаем эту стенку и закончим наконец-то основной ремонт, и будет чисто в офисе, будет здорово. Вот, в общем, будет здорово, так что слава Господу. Но я надеюсь, что вы не смотрите на видимые вещи. Знаете, а то есть такие люди, которые приходят на собрание и начинают, знаете, типа, пастор не так одетый, пастор не так говорит, вот тот человек не так поднимает руку, вот тот человек не так поет. И я думаю, а зачем ты пришел в церковь вообще? Это же не театральная постановка, что тебе вот этот нравится, этот не нравится, знаете, как это, о, этот актер мне не нравится, а вот тот, вот он плохо отыгрывает, знаете. Я надеюсь, что вы пришли сюда получить драгоценное слово от Господа, вне зависимости от того, как кто выглядит, может быть, вы первый раз, может быть, вы 151 раз, неважно, вы должны сюда приходить к Богу. Не ко мне, не к кому-то еще, вы должны сюда приходить к Богу, который будет говорить в вашу жизнь, который будет говорить в ваше сердце. Аминь, драгоценные. Это очень важно. И я напоминаю об этом уже, не знаю, наверное, какое собрание, я на практически каждое собрание с этого начинаю в последнее время, что если вы хотите что-то получить, вам необходимо искать, вам необходимо ожидать этих вещей, потому что Писание очень четко говорит, именно ищущий находит. Если вы не ищете каких-то вещей, вы их не найдете. Понимаете, Иуда не искал определенных вещей, именно поэтому у него был самый лучший учитель, самый лучший проповедник, самый лучший наставник, но тем не менее мы знаем, как Иуда закончил. Понимаете, то есть от этого от проповедника, естественно, тоже много чего зависит, но тем не менее, конечное действие или конечный выбор всегда остается за нами. И знаете, я вчера заканчивал делать очередную озвучку нового послания пастора Кари Блейка ночью, и после этого сел готовиться к служению. Было еще не так поздно, ну для меня не так поздно, это было где-то 00:30 ночи, наверное, или 00:00 ночи, это такое, знаете, разминочное время, знаете, еще для меня обычно. Вот, и я просто, супруга уже легла спать, и я просто, знаете, у меня обычно такое есть время, когда я просто, знаете, включаю наушники, чтобы никого не было, я просто включаю какое-нибудь прославление, начинаю общаться с Богом. Чаще всего мне надо ходить, почему я думаю, что нам очень нужна вторая комната в квартире, надо к соседям расширяться, видимо, или другую квартиру, я не знаю, потому что я хожу, это же шумно, представляете, вы спите, и вокруг вас вот это вот ходят туда-сюда, вот это постоянно. Вот, поэтому такое, чтобы супругу тоже не будить. Вот, и я молился, я общался с Богом, и он начал говорить мне определенные вещи, потому что сейчас есть очень много вещей, которыми я хочу поделиться с церковью. Действительно, их так много, потому что сегодняшние вот эти вот вещи, которые происходят вокруг нас, знаете, вот это вот, знаете, тупость мирская все крепчает, она все, логика пропадает куда-то напрочь, знаете, когда смотришь со всеми этими вещами. Причем не думайте, это не только в России. Мы благословляем нашу страну, да будет Россия и Краснодар процветать. Я буквально 2 дня назад общался с моим старшим служителем из Соединенных Штатов Америки, и он говорит, а у нас такая же тема, короче. Я такой, о, мы не одни такие, оказывается, мы-то обычно думаем, там прогрессивный мир, там, ребят, знаете, там трава зеленее, нет, там такая же тупость, причем в некоторых стадиях даже покрепче, чем у нас. Вот, поэтому такое. И было очень много вещей, которыми я хотел поделиться, и я говорю, Господь, чем конкретно ты хочешь поделиться с твоей церковью? Это твоя церковь, ты должен говорить твоей церкви, я хочу, чтобы ты сказал. Знаете, вот есть одна такая штука. Когда ты говоришь определенные вещи Богу, будь готов, что Он же тебе так ответит. Ну, в плане того, что мы же обычно как, типа, Господь, я пойду за тобой, куда бы ты меня ни послал. А потом, когда Бог послал, ты такой, не, Бог, я на это не рассчитываю. Да ты сам это сказал,
Ты же сам сказал, что куда бы я тебя ни послал, ты пойдешь. Не, куда бы ты ни послал, надо было, наверное, список, знаете, ограничений поставить. Эти фильтр, знаете, как фильтр запроса. И вот то же самое, знаете, ты говоришь, Господь, вот то, что ты хочешь сказать, я скажу. Но когда Бог начал ко мне говорить, я говорю, Господь, может, не надо. Я думаю, что, наверное, не стоит еще говорить об этих вещах в церкви. Но сколько бы я ни сопротивлялся, Бог других вещей мне не давал говорить. Поэтому заранее я прошу прощения за все, что будет сегодня сказано. Хотя странно, конечно, извиняться за Божье слово. Но, тем не менее, я понимаю, что это будет звучать очень, может быть, непривычно. Может быть, что-то будет звучать не совсем так, как мы это ожидаем, но тем не менее, я верю, что все-таки, так как это Бог говорит, Он будет производить определенные действия в вашей жизни. По крайней мере, я рассчитываю только на Дух Божий в этот момент. Я не умею проповедовать, я никогда не учился проповедовать, у меня нету, знаете, я совсем недавно узнал, что оказывается, когда служители, они ездят учиться, во всякие вот библейские школы, которые есть, я имею в виду официально, которые аккредитованы, чтобы получить там образование там, и так далее, или там прям учат проповеди, то есть прям, знаете, типа шаг первый, шаг второй, то, знаете, тут поднял, тут разогрел, тут там еще тут пошутил там и так далее. Я не знаю всех этих вещей, то есть поэтому мне приходится полагаться исключительно на Дух Святой. Надеюсь, что это, скажем так, даст свой плод. Суть в чем? О чем я хочу сегодня поговорить? Мы вступаем в такую, знаете, не то, что вступаем, знаете, просто я вчера просто огляделся вокруг себя, знаете, вот то, что происходит, знаете, новости какие-то, то, что происходит, знаете, войны там, войны тут, финансовые всякие проблемы тут и там, политические проблемы тут, социальные проблемы, и знаете, и вакцинация это, вот чтобы ей хорошо было, и вся вот эта вот ужас, я думаю, интересно, все эти вещи уже когда-то происходили в истории. Вакцинации происходили, и войны, и эпидемии, и финансовые крахи. Но чтобы настолько концентрировано, вот что-то я не припомню такого в истории, чтобы вот настолько концентрированно это происходило в определенное время. Я просто сидел вчера и думал, Господь, неужели уже? Понятное дело, что ты живешь каждым днем, и смотря вокруг, ты понимаешь, что, знаете, особенно когда Иисус говорил, что когда ты увидишь, как же это написано в Евангелии, что ты увидишь непотребство или что-то такое. В общем, на святом месте, когда ты увидишь непотребство, когда ты увидишь мерзость запустения, вот в синодальном переводе написано, то есть в святом месте, то это уже прям вот близко. А сегодня, к сожалению, это имеет место быть. Потому что сегодня люди не хотят проповедовать настоящее Евангелие. Сегодня люди хотят проповедовать Евангелие, которое людям нравится. Поэтому сегодня, включая практически каждого второго проповедника, или приходя практически на любое собрание, вы будете слушать все, что угодно, все, что говорится о вашей душе. И для того, чтобы вашей душе было приятно. Типа, все будет хорошо, не переживай, все будет здорово. Я не говорю о том, что не нужно, знаете, говорить какие-то слова ободрения, это все нужно. Но вопрос заключается в том, что Евангелие, оно, знаете, оно такое, оно ершистое. Потому что я всегда говорю о том, что любые изменения, они всегда неприятные. Как бы нам этого ни хотелось, любые изменения в жизни человека, они неприятны. Даже если вы хотите этого достичь. Даже если человек хочет, допустим, там, знаете, накачаться, набрать мышечную массу, для него это будет неприятно, потому что, когда он будет ходить в тренажерный зал, во-первых, ему придется поднимать какие-то тяжести, делать упражнения, которые, да, знаете, неудобные, некомфортные, еще что-то, а потом у него еще и мышцы болеть будут. Но это то, что произойдет, то, что он получит рост. Маленького ребенка, когда у него начинают появляться зубки, они резаться начинают, они у него болят, он плачет, но он не дает всем спать, но это производит плод. В итоге, что ребенок потом может пользоваться своими зубами и не только, знаете, всякие пюрешки да молочко, а может уже чего-то там погрызть, знаете, что-нибудь переживать и так далее. То есть это производит рост. То есть любые изменения, какие бы вы ни взяли на любом уровне, они всегда будут неприятны. Потому что они нас выводят из нашей зоны комфорта. Потому что зона комфорта это и мы, причем постоянно ищем этот комфорт. Мы постоянно ищем момент того, чтобы, знаете, находиться в тех обстоятельствах, где нас никто не будет трогать, где все будет хорошо и так далее. И даже в плане того, что с христианством, потому что я уже говорю, что
к сожалению, мы стали называть христианство, мы начали называть церковью, что по определению таковым не является. Но потом, когда мы попадаем в определенные ситуации, мы не можем понять, а почему здесь не сработало, а почему тут не сработало, а как оно может сработать, если мы называем вещи не своими именами. То есть мы не называем то, как оно должно быть. И на самом деле, одна из вещей, которой я задумался и над которой я размышлял уже не один месяц, над которой я молился, это вот та самая вещь, которую Бог проговорил ко мне о том, что нужно сказать именно об этом. Это момент того, что кому принадлежит вообще наша жизнь? Вот кому принадлежит наша жизнь. Я уже много раз, знаете, упоминал эти моменты то тут, то там. И я говорил о том, что, к сожалению, сегодня христианство в большей степени для многих, ну, не для вас, а как где-то там. Может быть, те, кто нас на трансляции смотрит. Да? Это, кстати, всем здрасте, кто трансляцию смотрит. Это стало больше хобби. Что такое хобби? Хобби — это такое дело, которым я занимаюсь тогда, когда мне хочется, когда у меня есть настроение, когда у меня есть свободное время. Вот тогда я этим занимаюсь. Это называется хобби. Я не говорю, что хобби это плохо, просто христианство не может быть хобби. Писание говорит нам об определенных вещах и говорит об очень серьезных вещах. Когда Иисус сказал, что должен следовать за мной, Он говорит, ты можешь последовать за мной только полностью. Ты не можешь последовать за мной наполовину, ты должен следовать за мной только исключительно полностью. А это значит вплоть до таких вещей, которые они... Я не понимал этих вещей поначалу. Я читал, и я думаю, Иисус, ты перебарщиваешь. Ну как-то совсем. Когда Он говорит, что ты не можешь быть моим учеником, если ты не возлюбишь меня больше всего. И причем Он начинает перечислять, чтобы, как говорится, не было точно никаких, знаете, потому что у всех больше всего это, знаете, разные понятия. А Он начинает прям перечислять. И прям по самому больному начинает говорить. Он говорит, кто возлюбит свою жену, отца, мать, детей, кого угодно, более, нежели меня, недостоин меня. Иисус, ты перебарщиваешь. Что-то совсем, подожди. Разве это говорит о том, что я не должен любить свою супругу, или там, детей, или родителей? Нет, об этом здесь не говорится. Здесь говорится о приоритетах. Здесь говорится о том, что в твоей жизни находится на первом месте. Что ты поставил в своей жизни на первом месте. И... Знаете, одна из самых, наверное, раздражающих вещей, которые я периодически слышу от некоторых служителей, слава Богу, что я не слышу этого в нашей церкви, и я надеюсь, что никогда не услышу, это когда люди говорят, ну, я просто часто, ну, когда езжу, я делюсь, то есть, что мы делаем, то есть, свидетельствую многими вещами, и очень часто я слышу такую вещь, и, к сожалению, старшее поколение служителей заражает этим, а молодое поколение служителей, которые и так, знаете, в очень расхлябанном состоянии находятся, в формате того, что, слушай, ну нельзя все время в служении, надо же как бы что-то другое иметь, что вот только служение, что вот только служение, ну надо же что-то еще, что-нибудь другое, вот что-то вот интересное, вот тем еще занимается и тем. Я думаю, неужели тебе так не нравится то, чем ты занимаешься? Неужели тебе так не нравится служение? Неужели тебе... Ты так и не понял, в чем суть этих вещей? Многие не понимают, почему я, вот знаете, казалось бы, мне 25 лет, казалось бы, вот знаете, жил бы себе спокойно, ходил бы в какую-то церковь, знаете, приходил бы на собрания, молился, что-то там иногда делал, помогал, и жил бы себе спокойно. Но нет же, ему ж надо церкви открывать, ему ж надо что-то кому-то проповедовать, за кого-то молиться постоянно, что-то постоянно. Вот не сидится ему, знаете, жало какое-то, знаете, торчит где-то, и все никак ему не усидится. А все началось еще тогда, еще в Воркуте, когда мне было 15-16 лет. И проблема была в том, что я пришел в собрание, и это, ну, интересный момент, что я всегда говорю о том, что я покаялся не в семье, и это был интересный момент в плане того, что я вообще родился в христианской семье, да, я этот ДВР, знаете, краснодарское ругательство. О, ты ДВР, вот, а ты, короче, пороха не нюхал. Звучит так, как будто бы я вначале должен пройти наркотики, алкоголь и так далее, и только потом я могу прийти ко Христу, потому что по-другому не работает. Это очень странное восприятие, такое ощущение, что мы и своим детям желаем подобного. Ну, ладно, странные моменты такие. Ну, реально, просто я от многих христиан слышал, что когда, а, да ты ДВР, это, короче, ну, то есть реально это как ругательство здесь звучит в Краснодаре. Так вот, и... Соответственно, я рос, знаете, в моральных принципах, в определенных моральных принципах, когда меня учили делать то, не делать этого, но
до Христа мне было все равно. Ну, то есть я как бы, я никогда не пробовал алкоголь, никогда не пробовал сигареты, наркотики, даже не пробовал, не прикасался даже никогда к этим вещам, мне было фиолетово до этих вещей. Но и до Бога мне всегда было фиолетово. То есть я жил нормальную жизнь, я занимался спортом, очень нормально, ну, достаточно хорошо учился, то есть, ну, как бы, и имел определенные успехи на своем, знаете, вот этом подростковом уровне. И вроде все было нормально. В какой-то момент отец дал мне послушать несколько проповедей, просто на плеер закачал, я начал их слушать. И одна из вещей, которую там говорил проповедник, он говорил о посвящении. Вещь, которая была, знаете, как бы, понятна мне с точки зрения спорта, потому что с точки зрения спорта я был посвящен. Знаете, что такое быть посвященным с точки зрения спорта? Это когда у тебя 3 тренировки в неделю в сборной города, но ты говоришь тренеру: слушай, а на какие тренировки я еще могу прийти еще, чтобы позаниматься? А потом ты еще приходишь домой и еще дома занимаешься. Вот это называется посвящение. А когда ты включаешь телевизор или интернет или еще что-то, ты не смотришь, знаете, про природу или про еще... Ты смотришь про то, чем ты занимаешься. То есть у меня боевые искусства, они были везде. Просто вот эти в ушах, в глазах, в разуме, они были везде. Вот это... Я понимал эти вещи с точки зрения спорта. Но я не понимал эти вещи, когда что-то казалось, знаете, христианством. Потому что я даже не понимал, что такое хождение с Богом. Знаете, меня в свое время, знаете, там... некоторые родственники, знаете, заставили выучить «Отче наш». Непонятно зачем, абсолютно бесполезная вещь с точки зрения для нерожденного свыше человека. Ну, я знаю этот «Отче наш», и дальше, что, ну, как бы, что оно даст для моей жизни. А я, знаете, иногда там молиться перед едой, я носил крестик, и как бы, да нормально же все. Я, ну, то есть, я как бы смотрел на себя и думаю, вот, я не пью, я не курю, наркотики не употребляю, там, не занимаюсь каким-то непотребным. Нормально, я вообще нормальный человек, знаете. Я помню, до сих пор была такая очень забавная ситуация, знаете, как это, еще не родился свыше, а религиозность уже перла, знаете, когда в школе что-то решили этот, знаете, Хэллоуин, короче, устроить, давайте праздник там со всеми этими приколами, я помню, одноклассница одна подходит и говорит: а ты что, не будешь типа на Хэллоуин? Я такой: а у меня еще такой, знаете, крестик большой такой был, серебряный, я такой, знаете, достаю из-под футболки: видишь? Я не пойду, я вообще верующий. Ну и пошел, короче, знаете, то есть родиться свыше еще не успела, а религиозность уже петь начала, знаете, крестик. Почему тут крестик вообще, непонятно. Ну да ладно. Я слушал за это посвящение, и я помню, я раз 50, наверное, прослушал эту проповедь, и однажды ночью я просто думаю: хорошо, я посвящу свою жизнь Богу. Я ничего не понял из того, что я сделал. Это не был выбор в плане вот прям осознанный, полностью прощения. Не было. Это был просто вот шаг в сторону Бога. На утро я помню, что я проснулся с четким пониманием, знаете, вот такая мысль, прям, которая вот прям она прям звенела в моей голове. Че я вчера такое сделал? То есть я понимал, знаете, вот как, знаете, ребенок, он когда, знаете, вазу разбил или еще что-то такое, у нас периодически такое дома бывало, не с вазами, а там с другими вещами, на шкафы падали, еще что-то, мы с братом такие веселые ребята, футбол играли дома, у нас там что только не падало вообще дома. И это, знаете, как ребенок что-то нашкодил, и такой: что делать, что, куда текать вообще, знаете, в такой ситуации. И вот тут вопрос не в плане того, чтобы сбежать куда-то, а просто вот это вот такое состояние, типа, что я натворил такое, и я же никому ничего не сказал еще, знаете. То есть я никому ничего не сказал, я просто как бы, ну вот это было между мной и Богом. И с того момента я уже сейчас могу судить, что это был тот самый момент рождения свыше, потому что многие вещи начали меняться, и мои приоритеты вдруг начали меняться. Потом, когда я уже через несколько месяцев, мои родители вдруг заметили, что что-то с ним не то, он постоянно слушает проповеди, он постоянно говорит о Боге, он постоянно читает Библию. Наверное, в церковь пора бы. Наверное, надо сводить церковь. Ну и так я попал в итоге в церковь. И все было вначале здорово. Я славил Бога, молился, и я прям, знаете, вот я погружался в это вот прям с головой. Вот как я люблю в какие-то вещи. Если я уже возьмусь, то, знаете, туда нырну прям с головой в эти вещи. И я просто тратил огромное количество времени на молитвы, на хвалу. И я говорю, что у нас не было такого, ну, скажем так, классического варианта собраний, то есть там, знаете, воскресенье, там еще какой-то день. У нас были собрания там по 5-6 раз на неделю. Я был на всех собраниях, просто вот на всех. Мое расписание было, знаете, проснулся, пошел в школу, закончил школу, пошел в церковь, с церкви пришел домой, быстро сделал руки, рот лег спать. Все, это было все мое расписание на тот момент, на протяжении нескольких лет. И интересный был момент в том, что я искал вот эту любовь, мы постоянно говорили о любви Бога, знаете, о том, что вот
Он любит, и то, что мы постоянно пели эти песни, Господь, я тебя люблю, я даю тебе свою жизнь. Как бы все это здорово, но я начал замечать одну такую вещь, потому что одна из вещей, которую я терпеть не могу, это фальшь. Вот я терпеть ее не могу ни в своей жизни, ни когда это начинает проявляться вокруг меня. Я терпеть не могу фальшивку. Это лучше вообще не делать, чем делать фальшивку. И я начал замечать эту фальшивку от самого себя. То есть я как бы молюсь, я говорю, что я люблю Бога, а внутри как будто бы чего-то не хватает, что-то не то. Я думаю, надо больше молиться, надо еще больше поклоняться, надо еще больше читать Библию. И я начинаю делать это еще, а вот это состояние, оно еще больше увеличивается. И я не могу понять. Я вроде как к нему приближаюсь, а становлюсь только дальше к нему. Как так? Подожди, я же делаю вроде как все, что как бы принято в христианстве, что много молиться, знаете, пребывать у ног Иисуса, говорить ему, как ты его любишь, и так, и все, и это прям вот близкие отношения с Богом. Я не говорю, что это не имеет места быть, я сейчас просто рассказываю то, что происходит. И этот момент, то есть он в какой-то момент, он дошел до края, когда я просто понял, что что-то не то, что-то здесь просто не то. С христианством, с таким, потому что если я читаю в Писании, что он хочет, чтобы я ходил с ним, он называет меня соработником, он называет меня детем своим, то что-то, может быть, что-то не то, что-то не так я делаю в своей жизни, что я постоянно испытываю эту дальность Бога, при том, что я понимал, что он рядом, он хочет находиться со мной, то есть что-то не срасталось. А не срасталась одна простая вещь, которую я прочитал в Писании, я хочу ее также сейчас вам открыть, и это место мне так сильно не понравилось. Знаете почему? Знаете, почему нам не нравится определенное место Писания? А мы им не соответствуем. И вот поэтому нам они очень сильно не нравятся. И так, это первое послание Иоанна. Так, где у меня брат Иоанн? Так, Петр. Петр, римлянин. Иуда. Иоанн, отлично. Первое послание Иоанна, вторая глава, шестой стих. Первое послание Иоанна, вторая глава, шестой стих. Здесь написано: кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Поступал, не говорил, поступал. Я думаю, какое странное местописание. А потом я начал перечитывать Евангелие и наткнулся вообще на неприятное место, которое просто разрушило все то, во что я верил в христианстве на тот момент. Потому что Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». И понимаете, в чем сложность ситуации? Многие не могут понять вот это, связать двух вещей, потому что многие думают, что заповеди – это значит «возлюби Бога и возлюби ближнего». Иисус говорит: «Если ты любишь меня, то ты соблюдешь заповеди». А это звучит как какая-то странная концепция, типа «ты любишь меня, если ты любишь меня», грубо говоря. Но речь не об этом. Слово «заповеди» и слово «повеление», если вы откроете греческий оригинальный текст, это одно и то же слово. Это одно и то же слово «повеление». То есть, другими словами, Иисус говорит: если ты любишь меня, ты исполнишь то, что я говорю тебе исполнить. А что Иисус говорил исполнить? Он говорил о великом поручении, он говорил о проповеди Евангелия, он говорил о том, что исцелять больных, освобождать, воскрешать мертвых и так далее. И он много-много этих вещей говорил. Я понимаю, что сегодняшняя концепция христианства построена таким образом, что это, ну, это для апостолов, это там для тех-то. А почему были еще ученики, кроме апостолов? Если бы это было только для апостолов, тогда бы это могли делать только апостолы. Но мы с вами читаем про Стефана, мы с вами читаем там про дочерей Филиппа, которые пророчествовали, мы с вами читаем про Варнаву, про Тита, про Тимофея и еще ряд служителей, которые, собственно говоря, апостолами-то и не были. И это никаким образом не мешало Богу действовать через них. И мы знаем о них именно потому, что они исполняли это. И нужно подумать, это очень странная концепция, но на самом деле, когда мы посмотрим даже на человеческую жизнь, на человеческое восприятие, в этом нет ничего странного. Давайте я объясню. Опять же, прошу прощения за иллюстрацию. Представьте себе, что, допустим, есть вот супружеская пара, давайте абстрактно, супружеская пара. И мужчина постоянно рассказывает своей жене: я тебя так люблю, ты такая прекрасная, ты самая потрясающая вообще и так далее. А вечером уходят к проститутке. Потом утром возвращается и говорит: но я тебя так люблю, ты такая классная, такая здоровская.
а вечером опять уходит к проститутке. Для женщины что-то будут значить эти слова, когда он говорит, что я тебя люблю? Я понимаю, очень-очень такой немножко жесткий пример, но концепция-то же примерно одна и та же. То есть мы постоянно приходим в собрание, и мы говорим: Иисус, мы тебя любим, но, к сожалению, кто-то там, не здесь, уходя с собрания, мы забываем об этих вещах. Мы забываем о том, что Иисус был достаточно серьезен, чтобы умереть за каждого из нас. Не просто сказать: ребята, я вас люблю, держитесь там. Нету такого послания. Знаете, первое, что Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что сказал: люблю вас! И весь мир услышал и записал это везде». И да, Бог нас любит. Теперь мы знаем об этом. Нет, мы знаем о том, что Он нас любит, потому что Он пришел и что-то сделал. Он отдал, Он положил свою собственную жизнь за каждого из нас. Это единственное, вот меня иногда люди спрашивают: вот неужели, ну слушай, тебе надо, наверное, отдохнуть, тебе надо... Люди не понимают, почему я это делаю. Люди не понимают, почему, начиная с 17 лет, сегодня мне 25, я продолжаю это делать на протяжении чуть ли не каждого дня, и мне мало. Я как, знаете, я как, извините, пожалуйста, за сравнение, как торчок в плане служения. Мне постоянно мало. Я вроде как делаю, вроде как открываются церкви, открывается еще служение, еще мы служим, еще больше видим чудес, а мне мало. Знаете почему? Потому что Бог был достаточно серьезен, чтобы положить свою жизнь за меня. Почему я не могу быть достаточно серьезен, чтобы положить мою жизнь за Него? Потому что теперь Он сказал идти и делать это мне. Он поселился внутрь меня и внутрь каждого из вас для того, чтобы мы дали возможность Ему продолжать действовать на этой земле. Он действует через нас. Возможно, кто-то из вас скажет: ты знаешь, я не готов, ты знаешь, я не услышал от Бога повеления, Он мне не сказал этого делать. А где вы прочитали это в Писании? И вы заметили, что если вы почитаете Евангелие, каждый раз, когда Иисус говорит о служении, Он никогда не делал акцента на учениках. Он никогда не говорил: ребята, вот теперь-то вы готовы, поэтому давайте идите служите. Он никогда так не говорил. Он все время делал акцент на жатве. Он говорил: посмотрите, какая готовая жатва. И мне все равно, что вы не готовы. Жатва готова. Нам некогда ждать, когда вы подготовитесь. Нам некогда ждать, когда вы будете чувствовать себя, что вы готовы, что вы уже достаточно, знаете, возросли, да вы достаточно компетентны. Жатва готова. И более того, он не зря говорит: она уже побелела. То есть еще немного, и мы потеряем эту жатву. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока ученики подготовятся. И более того, я все время говорю, что вы не можете до конца вырасти и подготовиться без практики. Это абсурд. Это все равно, что, знаете, это юрист, который только что закончил, знаете, бакалавриат. Вот у него вроде есть диплом, но, скажем так, в плане юриста он вряд ли вам чем-то сможет помочь в каком-то вашем разбирательстве. Понимаете? Потому что ему нужна практика, ему нужно научиться этим вещам. Всегда практическая вещь нужна для того, чтобы применять эти вещи, а не просто: ну я уже что-то знаю. И более того, когда я смотрю в Писание, когда я вижу эти местописания, это просто удивительные вещи. Я хочу просто показать вам несколько из этих мест Писания. Их гораздо больше, но я хочу просто показать вам несколько. Первое место – это Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Здесь Бог говорит через пророка Иезекииля: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю». Мы думаем, что это Бог ходит за нами и такой: вот теперь-то ты готов, я тебя помазываю, тебя благословляю, теперь иди. Через все Писание мы видим, что Бог говорит: я ищу того, кто вообще откликнется на мой призыв. Потому что Писание говорит, что много званых, но мало избранных. Подожди, как? Бог призвал всех из нас. Только, а кто пошел-то в итоге? Вы понимаете, то есть и сегодня даже христианская концепция построена на том, что есть апостолы, есть пророки, есть там какие-то вот пастыра, помазанники, размазанники и так далее. И вот они-то вот идут и делают это. Этого нет в Библии. Этого там нету.
когда мы открываем книгу Деяний, мы открываем, читаем про первую апостольскую церковь, когда они только начинались, а поверьте, для нас это не пример. Когда я сегодня слышу о том, что мы должны стать как первоапостольская церковь, это звучит очень странно, потому что первоапостольская церковь имела километр ошибок. Они много делали ошибок, потому что они только начинали. Нам надо пойти гораздо дальше. Но даже если мы посмотрим на первоапостольскую церковь, к сожалению, есть много несоответствий. Потому что там написано, что когда они собирались вместе, то есть когда были собрания у них, каждый из них, когда приходил, у каждого из них были проповедь, свидетельство, пророчество, истолкование, псалом, у каждого из них. То есть каждый из них взаимодействие с Богом, служа этому миру, когда он приходил на собрание, у него было чем поделиться со своими братьями и сестрами. Вас тот же дух. Я понимаю, что много-много лет нам вдалбливали, что вы не можете пророчествовать, вы не можете истолковывать. Да вы не представляете, какая сила Божья находится внутри вас. Вы просто не представляете этих вещей. Вы не представляете, насколько сильно Бог может использовать каждого из вас. Откуда я это знаю? Я смотрел на себя. Я когда-то сидел и думал, да Бог, да как ты можешь меня вообще использовать? Я читал про таких людей, как там Лестер Самрелл, я читал про Тил Осборна, я читал про Джона Лейка, Смита Вигглсворта. И это просто для меня было, знаете, как из разряда, ты смотришь фильм про фантастическое чего-то там, какие-то воскрешения мертвых, какие-то инвалиды-колясочники встают, какая-то эпидемия останавливается. Ты просто читаешь про это и просто такой, этим вот как ребенок с большими глазами, знаете, как, типа, а что это такое? Это солнце. Вау! Знаете, вот в таком вот формате так вот все было. Когда я читал эти биографии, когда я читал, знаете, в Писании Петра, Павла, то, что они совершали, то есть воскрешали мертвых просто направо и налево, тут по воде прошли, тут, не знаю, хлебы размножили, тут еще что-то. И ты читаешь про все эти вещи, и ты просто читаешь это как, ну, чуть ли не как сказку. Только это же не сказка, это же инструкция. Там же сказано, что я могу делать то же самое. Я же могу жить такой же самой жизнью. А хочу ли я жить такой жизнью? Вот это вопрос. Я в какой-то момент просто задал себе вопрос. А я вообще готов идти за Богом? Вы знаете, вот просто... Я не хочу, чтобы кто-то из вас сейчас отвечал. Не отвечайте, пожалуйста. Это просто такой вопрос, который я когда-то задал себе, и который этот же... Я своим вопросом поставил себя же в тупик. Готов ли я был бы идти за Богом, если бы все, что у меня было, это только то, что Он возлюбил меня и отдал себя на крест. И больше ничего. Он бы никогда бы меня не исцелял, не освобождал, не давал мне финансовое обеспечение, никогда не отвечал ни на одну из молитв. Он просто возлюбил меня и отдал себя за меня. Готов был бы я идти за Ним в такой ситуации? К сожалению, практика христианская показывает, что не каждый готов так идти. Не каждый готов возлюбить его точно так же, как он возлюбил нас. Потому что одна из самых распространенных вещей, почему люди уходят от Бога, это потому что, ой, Бог не ответил на мою молитву, ой, Бог, здесь что-то не так произошло, ой, здесь что-то не так произошло, при том, что если мы начнем раскручивать этот клубок, мы поймем, что проблема не в Боге, а в нас. Ну, так-то, вообще-то. Потому что Бог уже дал все, Он уже благословил, Он уже дал всю полноту, Он дал всю полноту Бога, всю полноту благословений, осталось только пользоваться. А кто будет учиться пользоваться? Да, ладно, если Богу надо, Он мне что-то даст. Где эта вся концепция в Писании? Понимаете, мы придумали свое писание, мы придумали свое христианство, а потом на Бога еще обижаемся, что оно что-то не работает, знаете, это очень странные какие-то вещи. Еще одно местописание, которое я точно так же хочу прочесть, это книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. Здесь написано: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я, вот я, пошли меня». Вы понимаете, что эта концепция, она везде. Она идет везде, на постоянной основе. Готов ли я сегодня сделать этот просто ответ на призыв Господа? Он сделал этот призыв для каждого из вас, кто сейчас сидит здесь, кто будет смотреть записи, в трансляции, кто нас сейчас смотрит. Он сделал этот призыв для каждого из нас. Но он не может, я уже много раз об этом говорил, он не может вломиться в нашу жизнь и заставить что-то сделать. Потому что тогда это было бы нарушение того, что он сам установил, и тогда бы он уже не был судья праведный. А он таковым и является. И он не нарушает собственные законы. То, что он установил, и оно работает, и он сам
соответственно, исполняет то, что он установил. И когда он дал человеку свободную волю, он дал человеку свободную волю. А не так, что, знаете, как у нас. Не могу не говорить об этих вещах, знаете, у нас как вроде как вакцинация добровольная, но принудительная, знаете, вот как из такого формата. Поэтому, понимаете, то есть это вещи абсурдные, то есть, а Бог не поступает подобными вещами. Если он что-то сказал, то он делает эти вещи, а не делает вид, что он делает эти вещи. Аминь, дорогие, я просто хочу, чтобы вы это понимали. И действительно, этот момент, и когда я начал задуматься над всеми этими вещами и служением, знаете, что я осознал одну вещь, что Бог призвал меня так рано, и я когда задумываюсь о том, что вот я начал в 17, и я так планирую лет до 90, скажем так, протерпеть все это дело. Ну, протерпеть в плане того, чтобы Господь дал бы мне сил, как говорится, с моим графиком это все продолжить, потому что примеры христианские того же условного Джона Лейка показывают, что когда человек пытается делать это все один, почему мы так много делаем акцентов, Джей, делаем на ученичестве, то они, к сожалению, очень быстро уходит. И несмотря на то, что через Джона Лейка Бог остановил чуму в Африке, были исцелены больше 100 тысяч в Спокане, больше 100 тысяч в Портленде, Джон Лейк ушел в 65. В 65 лет. Он, как Карри выражается, изучая его личные дневники, он заработал себя до смерти просто. И знаете, я как бы много раз об этом размышляю, и мне супруга часто говорит: вот, ты что хочешь, как Лейк, что ли, закончить? Знаете, звучит вроде как и хорошо, и не очень одновременно. Вроде как, ну как Джон Лейк прикольно, а потом типа в 65 не очень здорово, знаете. Но с другой стороны, я просто понимаю, что мое отношение с Богом складывается таким образом, что, слушай, Господь, если надо, я это сделаю. Если надо, я это сделаю. Ну потому что оно по-другому не может быть. И я понимаю, что я... Возможно, я не знаю, возможно, не было бы вот этого вот, знаете, заряда того, что Бог меня постоянно, знаете, как бы тук-тук-тук, знаете, делал в мою жизнь в плане того, чтобы служить, если бы каждый бы служил, понимаете? Потому что я вообще ни разу не лучший претендент на служение. Я вообще ни разу не лучший, я каждый раз раньше такой: Господь, ты уверен, что я... У тебя там никто в отделе кадров ничего не напутал. Может, Гавриил не то письмо принес. Может, что-то ты в отделе кадров попутал. Нет, просто вопрос заключается в том, что, к сожалению, не каждый из нас готов сделать этот выбор. Драгоценные, но мы должны сделать этот выбор. Это и есть проявление той самой настоящей любви к нему. Почему я и говорю, что невозможно, это невозможно, рассказывайте все, что угодно, невозможно познать по-настоящему его любовь без того, чтобы служить ближнему. Это невозможно. Когда я начал служить людям, когда я начал видеть, как они исцеляются, как они освобождаются, вот на этой неделе, когда мы тут работали в офисе и... с этим ремонтом, и, ну, кто присутствовал, то есть были вот эти вот моменты, что надо вроде работать, а у меня телефон звонит, знаете, каждые полчаса, и это либо молитвенная просьба, либо какие-то вопросы. И знаете, одна из вещей, которые ты понимаешь, что действительно это и есть то самое, что Бог от тебя ожидает. Когда люди звонят и говорят: Алексей, реально работает, ну реально же работает. Потому что, ну, вы думаете, только вы со мной иногда спорите, знаете, в собрании, что нет, надо по-другому, надо здесь что-то делать. Это постоянно происходит. И я говорю: слушайте, ну попробуйте, ну хотя бы попробуйте. И вот тоже один брат, он с одного места звонил, и он, знаете, вот наслушался вот это вот за проклятие, за бесов, и он довел себя до такого состояния, что он начал ощущать по ночам, когда бесы начинают его там за ноги тягать, на физическом уровне он начал это ощущать. Он не шизофрения, ничего, то есть все нормально, то есть у него... То есть это вот вопрос того, что когда... Классные проповеди мы слушаем, вот как вопрос о том, что вроде как проповедь, а вроде как проблемы приносят в нашу жизнь. И он такой: надо, наверное, вот чтобы я приехал, чтобы вы меня освобождали и так далее. Я говорю: тебя освободит Божье Слово, тебе не нужна моя молитва. Во Иисуса бесы, во имя Бога, во Иисуса. Это не надо тебе все. Тебя освободит Божье Слово. Писание говорит: познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я говорю: тебе то, что необходимо сделать.
Шаг номер один, ну, в его ситуации, я говорю, возьми семинар «Новый человек» и начни его изучать. Не слушай, забудь про прослушивание, это не твоя ситуация. Сейчас слушай, на расслабоне, изучать. Изучай, вникает в учение. Я говорю, возникает вопрос, звони, будем разбираться, какая-то острая ситуация, будем молиться, но тебя реально освободит Божье Слово. И буквально на этой неделе, то есть у него были моменты, что он звонит, говорит, ну я вроде слушаю, да я вроде это знаю, то знаю, что-то не происходит. Я говорю, продолжай, ты хочешь получить свободу? Продолжай это делать. И они звонят и говорят, Алексей, реально работает же. Ну реально же работает. Говорит, реально, у меня перестало то, у меня перестало это. Я перестал ощущать себя, как какой-то кинутый христианин. Я стал ощущать себя действительно, как дитя Божье. А я ему даже не проповедовал. Я просто говорю, вот послание просто. Сейчас потрясающее время. Мне даже не надо каждому семинару отдельно проповедовать. Вот тебе ссылочка в интернете. Пожалуйста, вот смотри. Все. Не надо ничего придумывать, выдумывать. Вот. И знаете, в чем потрясающая идея? Это всегда работает. Это всегда работает. Это не работает только тогда, когда человек начинает спорить и говорит, нет, для меня это не работает. Я другой, я особенный, со мной надо по-другому. Ну да, Иисус со всеми одинаково работал, а вот ты такой супер-мега-особенный. То есть, ну, как бы, понимаете, вот опять же, мы опять утыкаемся в концепцию Писания. И для меня просто самая большая радость, когда я вижу, когда люди освобождаются, когда люди говорят, действительно, это то, что мне нужно. И самое интересное, что когда человек познает истину, действительно, вот это сегодня для меня это самое большое свидетельство, которое я могу слышать, потому что свидетельство там исцеление от рака, исцеление там, не знаю, еще от каких-то болезней, я не могу сказать, что я просветился, я никогда не просвечусь этими вещами, но я их уже слышал так много, что, ну, аминь, да, здорово, слава Господу, это то, что должно было произойти. Потому что когда ты служишь человеку исцелением, тут от него, сильно говоря, ну, много ничего не зависит. Тут много чего зависит от меня, чтобы послужить ему, применить веру и так далее. Когда мы говорим за ученичество, когда мы говорим о том, чтобы человек пошел и начал делать, вот тут уже очень много зависит чего от человека. Почему я говорю, что даже Иисус проповедовал толпам и толпам людей, но пошли за ним, мягко говоря, не очень многие. И вот это для меня самое большое свидетельство, когда человек еще и получает освобождение, такой, о, а я уже помолился за этого человека, а я уже послужил тому, а я уже попроповедовал тому человеку, и думаю, класс, тебя достигло Царство Божье, тебя достиг, ты понял, зачем это, мне не надо было стоять и человеку говорить, давай все, идем, брать его за руку, пошли вместе проповедуем, Писание его освободило, истина, познайте истину, и истина сделает вас свободным, тебе не нужен я. Суть пастора достаточно простая, что я вам просто говорю, вот так говорит Библия, давайте идем и делаем, все. Моя задача показать вам, вот там Иисус, все, туда идем, не надо за мной идти, я не Моисей, не надо за мной ходить, мы за Иисусом должны идти. Понимаете, вот разница, Ветхий Завет, Новый Завет, Ветхий Завет, все идем за Моисеем, Иисус Навин и так далее. Это здорово, но это был Ветхий Завет. В Новом Завете один-единственный Иисус Христос. И моя задача, и задача всего пятигранного служения, задача церкви, направить вас на Иисуса, на Божье Слово направить вас, потому что технически Иисус это и есть Слово, направить все туда, потому что именно через это вы получаете свободу. И впоследствии вы помещаетесь через это в такую позицию, что вам не нужны ничьи молитвы. Вам больше не нужны эти вещи, потому что вы не нуждаетесь больше в этом. Не потому, что вы стали такой гордый и такой, знаете, как великий, что «О, нет, не надо на меня возлагать руки», так как я слышал от одного, не буду говорить про какого служителя, он все еще живой, очень-очень известный служитель, вы все его знаете, я уверен. Он когда-то приехал в одну из славянских стран, мне просто рассказывали пастора, которые там присутствовали в этот момент, что ну, у них была такая, как бы, ну, штука, что когда служитель приезжает, они потом, знаете, отдельно за него молятся. И вот он там зашел к ним в пасторскую, много-много разных пастырей, служителей, и они подходят, возлагают ему руку на голову, он такой, не надо мне руки на голову возлагать, не надо ваших молитв не тут и так далее. Знаете, как я говорю, чешет подбородком об потолок. Я сейчас не за эти вещи говорю. Я говорю о том, что вам не нужна молитва за исцеление. Почему? Да вы здоровы. Иисусу нужна была молитва за исцеление. Петру нужна была молитва за исцеление. Может, Павлу нужна была молитва за исцеление. Может, мы читаем, что и встретился Павел с Петром, говорит, слушай, Петр, помолись за меня. Какие проблемы вообще? Просто не знаю, что делать, уже помолись. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что есть лучшее. Есть гораздо лучший вариант. Вы понимаете, что это из разряда того, что как получить деньги? Можно пойти в банк,
подписать документы, и тебе сразу дали деньги. Вроде как и деньги, пойдем купим это, потом купим то. Только потом тебе надо за него платить. Тебе надо платить проценты, тебе надо платить кредит, а ты не работаешь, и такой типа, ой, я попал, по-моему. Или ты ходишь и постоянно, ой, займу денег у этого, займу денег у того, займу денег... И это круговорот, знаете, займов просто, круговорот займов. Или я могу найти то, где я могу получать достойную зарплату, зарабатывать, и мне больше не нужны эти кредиты. Знаете, как иногда некоторые страны, они хвалятся, мы получили новый кредит от той страны. А в чем прикол? Если ты классно финансово обеспечен, тебе не нужны кредиты. Тебе не нужно у кого-то что-то занимать, потому что у тебя и так это есть. Вот это то же самое. Если я и так здоров, зачем мне нужна чья-то молитва за исцеление? Вы понимаете? Я не гоняю, чтобы мне кто-то пророчил. Если кто-то подойдет, что-то будет пророчить. Нет проблем, я это принимаю, потому что я понимаю, что Бог может говорить через любого человека, в том числе и в мою жизнь, несмотря на то, что я пастор, это никак не отменяет этих вещей. Но я имею с ним настолько близкие отношения, что для меня нормально, когда он показывает видение. Мне для меня. Когда он дает пророческое слово, мне для меня. Потому что это просто отношение с ним на постоянной основе. Когда ты ходишь с ним, ты просто вращаешься в этих вещах. И не надо смотреть на меня, как на какого-то... Ого, вот это он что-то там, куда-то он... Уровень какой-то. Нету никакого уровня. Это просто отношение. Это просто, когда ты принимаешь... Вот он, вот только мне он нужен. Почему я когда был в Геленджике, я, по-моему, здесь тоже я говорил об этом, что когда мы познакомились с моей супругой будущей, и когда я ее потом привел ко Христу, я четко задал ей вопрос, готова ли ты... То есть, когда уже, когда мы начали уже говорить, это, конечно, было очень интересно, и можно сказать о том, что это было очень такое, знаете, типа, по-детски, потому что ей было 16, мне было 17, я сделал предложение, когда ей было 16 лет. 2 года пришлось ждать, пока ей 18 стукнет. Вопрос был в чем? Я понимал, что моя жизнь будет вся связана со служением, потому что Иисус, моя жизнь, она вся будет связана со служением тем или иным образом. Не было еще никакого российского офиса JHLM, у меня не было никогда никаких планов ни на какое пасторство, никакого Краснодара в помине еще не было в моей голове. Я просто понимал, что моя жизнь будет посвящена Богу. И я еще тогда сказал, ты готова быть номером 2 в моей жизни? Ты никогда не будешь на первом месте. И если ты не готова, нам не по пути, потому что между тобой и Иисусом я выбираю Иисуса. И даже сейчас, и она прекрасно это знает, это ее сознательный выбор. Я говорю, ты должна понимать, что если когда-нибудь, просто Господь, не будет никогда такого времени, но если когда-то мне придется сделать выбор между ней и Иисусом, я выберу Иисуса, потому что это Он моя жизнь. Она часть меня, безусловно, она это знает. И я хочу, чтобы и у нее точно так же было. Потому что никто не может быть учеником Иисуса, если возлюбит кого-то больше, чем его. Это звучит странно и непонятно. Но с точки зрения Евангелия это просто законы царства. Законы царства Божьего, чьими гражданами мы вообще так-то называемся, когда называем себя христианами. И это просто выбор. И это не легкий выбор драгоценный. Знаете почему? Я писал уже об этом в группе. Когда ты принимаешь решение действовать на основании Божьих законов и на основании веры, сразу приходит проверка. Ее не Бог устраивает, ее устраивает дьявол, потому что ты заявляешь на духовный мир и говоришь, дьявол, больше я вот этого делать не буду, допустим, там, с грехом или с каким-то действием по вере. Все, я буду исцелять больных. Типа я приехал, допустим, вот периодически я такое слышу от людей, человек приехал на семинар техника божественного исцеления, научился, и такой, все, я буду исцелять больных. Знаете что, одна из первых вещей, во что попадает человек, он заболевает. Моментально приходит проверка. А ты реально готов это делать? Это не потому, что ты теперь должен постоянно быть в болезнях и так далее. Не в этом речь. Дьявол моментально пытается тебя заглушить, чтобы ты сидел и не рыпался. Потому что пока ты сидишь, особо знаете, тут жизненная ситуация, там, ничего такого-то давления. Но как только ты становишься на эти рельсы веры, моментально просто весь ад на тебя срывается просто. И многие не хотят этого делать. Я понимаю эти всех вещи. Я поэтому благодарен Богу, что Он мне показывал то, что мне придется проходить как на пастору все эти кидалова и в служениях, и эти разводы, и что только... В смысле, разводы, когда меня разводили, а не в плане, когда я разводился. И все вот эти вот вещи, и финансовые какие-то вещи, и подставы, и клевету, и что-то. И если бы я знал, что мне надо будет это проходить, такой, Господь, дайте кого-нибудь другого, реально, я не готов. Я благодарю Бога, что я просто не
знал об этих во всех вещах, потому что я бы не согласился. Ну реально, потому что эту дичь проходить, типа, Господь, ну типа, жизнь не так не сильно простая, а тут еще как бы и вот эти вещи, как бы, которые технически ко мне-то никакого отношения не имеют, чего-то вам еще надо, как будто бы эти все вещи. Вот, драгоценные, но Евангелие, оно стоит того. Вы понимаете, оно стоит того. Вы способны, то есть, давайте я скажу так, представьте, что есть человек, у которого это сейчас не отсылка к чему-то, это просто пример сейчас, чтобы, а то сейчас подумаешь, я к чему-то призываю, еще что-то, Боже сохрани. Представьте, что у какого-то человека появилась вакцина, или, я не знаю, лекарство, давайте вот так говорить, лекарство от любой болезни, вот прям любая болезнь, и просто достаточно одной капельки, и какая бы болезнь ни была у человека, он может полностью от нее выздороветь просто сразу же в мгновение. Но этот человек держит этот тюбик в кармане, и никому не говорит об этом, и никому не дает это. А если мы переводим это на христианство, это то, что мы с вами делаем. В нас есть эта сила, способная исцелить любую болезнь, способная освободить любого человека. У нас есть истина, способная осветить жизнь любого человека. Сам Дух Божий во всей своей силе и могуществе пребывает в нас. Мы его спрятали. Мы спрятали его. Мы поставили свечу под подсвечник. А из-за этого христиане не могут понять, да как так-то, я же вроде хожу в церковь, я же молюсь, а что-то мне не хочется ходить в церковь, да что-то мне как-то не хочется молиться, да что-то как-то мне все надоели и достали, что-то мне не хочется этого делать. Да потому что когда ты ставишь свечу на подсвечник, все, она затухает, понимаете? Вот почему Иисус говорит, не ставят свечу под подсвечник, ставят ее наверху, чтобы светило всем в комнате. То есть когда ты Евангелие закрываешь внутри себя, будь готов, что оно потухнет. Мы должны разогревать это, мы должны возгревать Духа Божьего, как Павел писал Тимофею, внутри себя, для того, чтобы отдавать это еще дальше. И самое интересное, что это, знаете, вечный двигатель моей жизни. Чем больше я это отдаю, тем более, ну, в кавычках, сумасшедшим я становлюсь в этом отношении, в плане Евангелия. Тем больше я хочу это делать, тем больше я хочу проповедовать Евангелие. И даже проходя уже определенные вещи, из-за того, что я, ну, постоянно пребываю с ним, меня даже не расстраивают уже определенные моменты. Ну, скажем так, приносят какое-то огорчение, но я даже на этом не зацикливаюсь. Даже в плане того, что, знаете, иногда происходит в церкви. Я не знаю, кто-то из вас знает, у нас третий состав церкви. Мы обнулялись дважды уже. То есть от первого состава, по-моему, остался один человек, от второго состава остался один. Это не в плане того, что мы закрывались, открывались, это просто вот эти, как это, текучка в церкви. Вот это, сегодня это уже третий состав церкви. И были люди, которые, Алексей, да вот мы так мечтали вообще вот с этим служением. Сейчас по Краснодару мы, если пройдемся, мы человек 500 таких найдем, которые мы так мечтали, Алексей. Прям вот, я еще до того, как в Краснодар приехал, мне столько людей писали, говорят, Алексей, мы так ждем. Потом, когда приехал, где вы все? Вы где? Вы где все? Алло? Понимаете? То есть это, я ничего не обижаюсь на все эти вещи. Я понимаю, что я просто делаю свою работу. Я просто делаю то, что мне сказал Бог. А хочет, не хочет, это уже как бы вопрос всегда десятый. Главное, чтобы человек оставался с Богом. Потому что на служение Джон Джилл Пинестри свет клином не сошелся. Слава Господу, что это, что мы не монополизировали Евангелие. Евангелие принадлежит Иисусу Христу. Я уже буду заканчивать. Я понимаю, что я сильно много, знаете, сегодня говорю. Я просто хочу, драгоценное, чтобы мы сделали... я не знаю, вы вообще что-то услышали для себя или не услышали за эту проповедь. Столько всего сумбурно говорю. Но я просто хочу, чтобы вы просто задумались об этих вещах. Я не хочу, что, знаете, чтобы мы делали вот этот вот, знаете, момент такой религиозного обряда. Давайте все встанем, давайте вместе провозгласим, что я хочу, я иду служить Богу и так далее. Это ничего не значит. Это вообще ничего не значит. Сколько таких молитв уже было сказано? Мной сколько таких молитв уже было сказано? Когда и все, давайте вместе скажем, мы идем, мы завоюем, мы будем там. Этого миллион раз уже было сказано. А там, когда я остаюсь один на один, когда я ложусь ночью спать, когда никого рядом нету, что у меня вот здесь находится? Готов ли я вот там сказать, да, Господь, я пойду за тобой. Может быть, я что-то не понимаю, Господь, мне явно понадобится твоя помощь, потому что я не чувствую себя, что я такой крепкий, что я смогу устоять, и я не чувствую, что я смогу продолжать, когда начнутся определенные обстоятельства, мне понадобится твоя помощь, безусловно, и так было со мной.
Но там ли мы готовы? И, драгоценная церковь, я молюсь действительно за каждого из нас, чтобы это действительно было то. Это действительно было то, в чем каждый из нас хочет жить. Чтобы однажды, я понимаю, что у всех в этом отношении разное время, и, опять же, это не Бог выбирает это время, это мы выбираем это время. Но я верю, что каждый из вас, он примет решение действительно однажды полностью, бесповоротно и окончательно посвятить свою жизнь Богу. Не просто приходя на собрание, а действительно, чтобы ваша жизнь, она отражала Христа везде. Вот куда бы просто ни коснуться вашу жизнь, какую бы сферу ни коснуться, будь то финансы, здоровье, отношения, ваше свободное время, вот куда бы, чтобы не тыкнуть, как говорится, попадешь во Христа. Куда ни тыкни, обязательно куда-нибудь в свет Христов попадешь. Я верю, что мы будем еще больше в этом возрастать, потому что, драгоценные, нету просто предела потенциала. Мы с вами читали про Джона Лейка, про Вигглсворта, Самбрелла, Осборна, Робертса, Кульман и прочих. Вы больше. Они не знали тех вещей, в которых сегодня мы две. Они много чего достигли, даже при том, что в чем они ходили. Но вы можете сделать еще больше. Потому что сегодня мы имеем те вещи, которые им десятки лет приходилось изучать. Пастор Кэрри Блэк потратил 40 лет для того, чтобы понять те вещи, которые он сегодня учит, и которые мы сегодня учим в плане исцеления и так далее. И которые мы сегодня можем научить если прям совсем погруженно, за пару месяцев, грубо говоря. Ему понадобилось на это 40 лет. Вам не надо сегодня на это 40 лет тратить. Вы можете гораздо больше достигнуть. А вы представляете, что вообще начнется в этом мире, когда просто хотя бы люди, которые находятся в этом зале, которые будут смотреть на записи или трансляции, которые сейчас смотрят, пойдут и начнут делать, хотя бы половину того, что делал каждый из них. Мы будем читать книгу «Деяния» и смотреть, вау, классно, мы наконец-то достигли большего. И это не гордость, это не того, чтобы сравнивать. Это желание Божье. Чтобы мы двигались дальше. Потому что Бог хочет, во втором послании Тимофея написано, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Чтобы каждый человек на этой земле узнал Иисуса Христа. И не просто узнал, но достиг познания истины. Познания истины достигаются. Вы можете прочитать это. Павел очень подробно об этом пишет в послании к Тимофею. Что, как он говорит, что есть люди, которые всегда учащиеся, но так и не достигающие познания истины. А в чем суть? Это в том, что когда ты начинаешь это изучать, ты даешь этому формировать тебя, и в итоге ты начинаешь жить этими вещами. Вот это и называется познать истину. Не просто информационный шум в голове, а действительно познать истину, то есть начать жить этими вещами. Я понимаю, сегодня такая, знаете, я сам хотел что-нибудь веселенькое, честно, вот я вам честно признаю. Я сам хотел что-нибудь веселенькое, знаете, такое, чтобы аллилуйя, мы в победе, мы прям аллилуйя. Мы к этому рано или поздно придем, но... Я много раз уже говорил, что тут не я командую. Извините, хотя я думаю, что вы должны быть только рады, что здесь не я командую, а командует Христос, потому что если бы я командовал, то все было бы очень печально и грустно. А так как командует Христос, я думаю, что все-таки это его церковь, значит, пусть он и командует в отношении того, что здесь должно быть проповедано и должно быть сказано. Возможно, это сегодня сказано только для одного какого-то человека. Я не знаю, может, это для кого-то, может быть, для большинства из вас это просто такое подкрепление, ага, я на правильном пути, надо там чуть-чуть усилиться, и все будет нормально. Возможно, я просто проповедовал к одному человеку. Возможно, его даже здесь не сидит. Возможно, он сейчас трансляцию смотрит где-то дома у себя или будет смотреть записи. Может, я вообще для кого-то одного проповедовал. Но это сказал Иисус, это сказал Дух Божий сделать, поэтому мы это делаем. И драгоценно, я верю, что мы будем еще усиливаться, потому что время коротко, одни лука. Вот, как говорится, на такой интересной нотке мы и закончим. Давайте мы встанем и помолимся, драгоценно. Давайте вместе будем молиться, драгоценные. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою любовь, безусловную. Спасибо Тебе за благословение, за жизнь Твою с избытком, которая есть внутри нас. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого моего брата и каждую мою сестру, Господь, которая находится здесь, которых сейчас с нами нету, но, Господь, которые примут решение, Господь, действительно пойти за Тобой безвозвратно, Господь, не оборачиваясь назад, Господь, смотря только на Тебя, примут решение полностью и бесповоротно посвятить свою жизнь Тебе, Господь, чтобы, Господь, приносить славу Тебе, Господь, чтобы действительно показать на делах, Господь, действительно,
действительно любовь по отношению к Тебе, Господь. Потому что я знаю, Господь, что они любят Тебя. И я знаю, Господь, что они покажут это еще больше в своих делах, Господь, как они это делают сейчас, и даже еще больше. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и превозносим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Присаживайтесь. With a sound so full it cracks the sky. Whoa, we sing hallelujah. Whoa, we sing amen. Hear the sound of the saints as we march on to Zion, singing hallelujah, amen. Singing hallelujah, amen. I will hear the chorus of the angels. Forever symphony of praise. I long to hear the voice of my Savior, and He hears us, the sound of the saints. From the lips of those You saved, a redemption song will rise. Every tongue, every tribe, hear the church You'll ride. Whoa!